Коммуникабельность и дружелюбие этих людей сочетается с импульсивностью и энергичностью. Все люди с этим именем не очень склонны к практичности, духовная сторона для них важнее материальной. Звук «С» в имени также свидетельствует о неравновешенности, частой смене настроений, капризности, чрезмерной требовательности к себе и окружающим. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Они также зачастую довольно мягкие, но иногда за этой мягкостью скрывается внутренняя угроза и жестокость. Острый критический ум, усердный работник, но не переносит безрезультатного труда. Буква О в этом имени приносит людям раскрепощенность и жизнерадостность. Буква Д в этом имени не со всеми звуками удачно сочетается и вызывает в сознании настороженность, что приводит к сложностям во взаимоотношениях. Данное имя связывает с красотой, парадностью и в то же время замкнутостью и ограниченностью из-за звука Д. У владельцев этого имени есть твердое стремление везде побывать и все испробовать на собственном опыте. Считается, что если в имени присутствует буква С, то это признак властности и капризности. Если по каким-то причинам решение жизненной проблемы заходит в тупик, то такие люди становятся неуравновешенными, нервозными. От душевного мятежа многие приходят к религии. Из них получаются великолепные политики и ораторы. В дискуссиях им нет равных. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве И, мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Сложности с проявлением собственных чувств, отсутствие гибкости в отношениях с людьми и окружающим миром – эти люди – отличные защитники свободы и прав человека. Внешне человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Кроме того, звук «Е» придает обаяние и простоту. Если владелец этого имени совершит дерзкий поступок, не думая о последствиях, то часто его ждет наказание. Если буква «Е» является ударной в произношении близких, то эти люди всегда могут расположить к себе других людей и заслужить авторитет. Звук «Н» говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. Звук «М» в имени воспринимается окружающими положительно. Буква «Н» в этом имени не раздражает окружающих, но с этим человеком придется долго дискутировать на любую тему. Значение буквы «О» сообщает обладателю имени развитую интуицию, способность испытывать глубокие чувства, а также ставить перед собой четкие цели и добиваться их. Чрезмерные гордыни носителей имени с буквы «Т» мешает им осуществлять намеченные планы. Жизнь сулит таким людям много испытаний, но врожденный здравый смысл и позитивный настрой помогают им довольно легко переживать невзгоды. Это сильные личности, способные привлекать внимание людей за счет своего обаяния, готовы идти к поставленным целям с любыми путями. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.